Первый хадж за 3 года паломники из Дагестана отправились к главным святыням ислама. Утром из аэропорта Махачкалы вылетело 174 человека. Этот рейс комбинированный. Паломники на самолете отправятся в Эмираты, а затем доберутся до Медины на автобусах. Для комфорта и полноценного выполнения обрядов хаджа каждую группу сопровождает помощник. Напомним, с 2020 года власти Саудовской Аравии запрещали хадж иностранцам. Много сложностей, с которыми приходится сталкиваться, и с учетом того, что в самой Саудовской Аравии это после пандемии первый хадж. И сейчас мы, Российская Федерация, в таких сложных условиях, эти санкции, определенные ограничения, которые свой след определенный оставляют на вопросах организации паломничества, потому что это выезды за пределы страны. Для первый раз полностью готов к вылету. Сейчас вот идет регистрация, все идет благополучно. Особенно мы сейчас в новом терминале аэропорта Махачкалы. Здесь гораздо все удобнее и комфортнее для паломников. Я думаю, паломники останутся довольны тем, как проходят и вылеты, и прилеты. А в самой Саудовской Аравии мы от себя сделаем все для того, чтобы паломники комфортно провели свой хадж. В этом году отправиться на святые земли Мекки и Медины разрешено людям до 65 лет, прошедшим вакцинацию. Также нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Всего квота на хадж для жителей Дагестана составляет около 5000 мест. Из Махачкалы будет совершено 29 авиарейсов. Последний запланирован на 3 июля.